совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначив Сафронову окончательное наказание, приняли лишение свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за штраф на размере 500 тысяч рублей. Смог ознакомиться с полным текстом приговора. Осужденный Сафронов вам приговор на продолжение. Закончился знаковый этап в деле Ивана Сафронова. Назвать этот приговор, кроме как неадекватным, я не могу. Избитые фразы относительно незаконности и необоснованности не могут отразить всего того абсурда, который сегодня произошел и свидетелями которого мы все стали. Ивану Сафронову дали 22 года пока, да, за его журналистскую деятельность. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто сейчас на меня смотрит, подумал о том, а стоит ли вообще оставаться в этой профессии, если человеку за то, что он делал свою работу, дали 22 года. Вот подумайте над этим. Это чудовищный срок, с моей точки зрения, обвинения в адрес Ивана Сафронова не доказаны. Из того, что я мог прочитать в открытых источниках. Вот, и поэтому мне кажется это довольно жестоким наказанием за ту журналистскую работу, которой занимался Иван Сафронов.